Благодатная земля. Земля историй, легенд, сказок. Земля уникальных талантов. Царство скал и природных богатств. Баянаул дарит силу, выносливость, благосостояние. Киригитас – источник известняка. Люди, трудящиеся здесь, умеют беречь природу и принимать у земли ее щедрые дары. Известняк киригитасского месторождения – это осадочная порода. Ранее здесь было древнее море, это все осадка накопления различных морских ископаемых. Известняк используется для флюсования на Павлодарский алюминиевый завод в качестве флюсов, бокситов. На 2021 год руднику исполнилось 55 лет. И за 55 лет мы добыли 100 миллионов тонн известняка. Рудник очень компактный. Коллектив рудника по численности небольшая, но еще 250 человек. Ну, как говорится, мал золотник да дорог. Вот этот состав у нас до сих пор основной косяк работает уже более 20 лет. Коллектив очень дружный. Все-таки здесь 21 год проработал, это частица моей жизни. Свои дети, все тянутся сюда, чтобы они здесь поработали рядом с собой, чтобы им дать какие-то навыки, учить их. У меня отец работал здесь на руднике Киритас, тоже на заводской. Я в детстве с ним на работу приходил, я мечтал быть машинистом типового. Водить такую горную технику очень ответственно. Работать без нарушений, соблюдать правила техники безопасности. На руднике жизнь кипит. Все цеха между собой взаимосвязаны. Процесс этот непрерывный, круглосуточный. Производительность добычи известняка в среднем 2 миллиона тонн в год. Ну и с крышных работ где-то 130-140 тысяч кубов. За то время, сколько я работаю, набилась, наверное, несколько оборотов вокруг земли, наверное, проехал. Каждый день, приходя на работу, я вижу, как меняется рудник. План на ближайшее время расширение на северо-восток. До 2036 года у нас месторождения будут отрабатываться в северном направлении. И запасов здесь где-то порядка 170 миллионов тонн. В дальнейшем будет контракт увеличиваться. Ну и запасов здесь разведанных до миллиарда. Первая задача – это обеспечить нашего потребителя качественным сырьем. Дальше – стабильность, безопасность, чтобы работали без травм. Ценность – это люди, наши работники. Рудник, конечно, очень сильно изменился и в лучшую сторону. Очень много сделано для того, чтобы рабочим было комфортно работать. Еще лучше, наверное, будет, чтобы наши внуки работали, у них уже, наверное, будет модернизация оборудования уже. И думаю, им, наверное, немножко легче будет. Гордимся, что работаем АО «Алюминий Казахстана», рудник «Киригитас», но нашим регионам это считается самый авторитетный рудник.
Киригитас – уникальный рудник. За 55 лет здесь добыто 100 миллионов тонн известняка. Люди бережно хранят историю и щедрость земли, передавая этот дар поколениям. Киригитас. Здесь начинается вечность.